Сейчас к докладу приглашается профессор ВГСПУ, то есть Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Сопрун Василий Иванович, доктор филологических наук. Владимир и Василий, выбор имени, выбор пути цивилизации. Пожалуйста. Высокочтимый Владыка, ваше преосвященство, честные отцы, братья и сестры. У меня презентация здесь подготовлена. Правда, я думал, экран будет побольше, поэтому некоторые буковки, может быть, вам трудно будет читать. Но она останется здесь, кто желает, может ее скачать, для того, чтобы внимательно ознакомиться. Я же бегло пройду по некоторым аспектам, а там, где будет нужно прокомментировать, я скажу. Итак, казалось бы, просто. Владимир и Василий, два имени. Но мы должны помнить, что два имени одного человека и два фактически разных имени, потому что это было разные эпохи. Имя Владимир, которое первоначально относилось к дохристианской эпохе, и имя нашего великого князя Владимира Красносолнышка, Василий, который он получил в крещении. Посмотрим, что же было до того, в дохристианскую эпоху. Ну, с 4 века примерно наши восточные славяне осознали себя как самостоятельный народ. И вот строили города, устраивали деревни. Видно по этимологии этих слов, как это все происходило, как все было важно для нас. Нужно было город огородить. Не только город, но и то, где растут растения, огородить. И поэтому огород и город, слова одного и того же корня. Ну, правда, и наши западные братья тоже у них огораживали сады, заграда по-чешски или грабина по-болгарски, по-македонски, тоже сад. Ну, а вот как они огораживали, можно посмотреть на одну из картин. Именно действительно была мощная ограда для этого города. И вот с древнейших времен наши восточные славяне дружили с другими народами, и поэтому даже некоторые важные культурологические ценности были в словесном образе заимствованы у других народов. При этом они обрели какой-то новый смысл у нас, особенно вот баня, допустим, наша русская баня, которой восхищаются многие иностранцы. И мы помним, что и в житии Андрея Первозванного упоминается о том, как русские хлещут себя друг другу в бане, чем приводят в ужас прибывающих из других стран людей. Надо сказать, что когда русские мылись в бане, в это время Европа еще даже не знала о том, о таких возможностях. Восток знал, Европа присыпками больше пользовалась в это время, чтобы... В это же время пришли к нам буковые таблички вместе с немцами, и на этих буковых табличках были какие-то письмена, которые мы стали тоже называть буквами, хотя и не забыли свое родное слово «письмена». Что же было в духовном отношении в это время у наших предков далеких? Ну, во-первых, мы ничего почти не знаем. Вот сейчас очень модно неоязычество, я не знаю, дошло ли оно до Новониколаевского, но в Волгограде много, а уж Москва там кишит этими неоязычниками. Все придумки 20-21 века, мы ничего не знаем. В летописях мы только имена читаем некоторых богов, и то мы читаем тоже в православном, что ли, смысле, потому что описывается, как боролись с ними. Ну и иногда вот неоязычники в таком придумках своих доходят даже до полной бессмыслицы. Например, Ярилу они поклоняются, какому-то абсолютно несуществующему божеству. Это было, как доказано многими нашими учеными, всего лишь это была фигура, которая... Не фигура, вернее, а олицетворение праздника весны. Тем самым эти вот... Правда, можно говорить о том, что ошибались и наши недалекие предшественники, то есть и наш замечательный Александр Николаевич Островский в своей «Снегурочке» вывел тоже этого Ярилу, но это он находился под впечатлением некоторых трудов того времени, которые ныне не принимаются. И вот иногда филология нам открывает то, что закрыто и неизвестно. Например, вот неожиданно важную роль какую-то играл у нас
в далеком прошлом бог Хорс. Он нигде почти не прослеживается ни в каких-либо летописях, ни в документах прошлого. Но вот наше слово «хорошо» явно восходит к этому божеству. Его имя здесь упоминается. То есть кутараканский бог, он близко здесь, он на Тамане где-то ему поклонялись. И он оставил такой заметный след в лексике русского языка. И мы понимаем, что в это время начинается у нас борьба с этими идолами. И вот первый вступает в борьбу благоверная княгиня, равноапостольная княгиня Ольга, которую так и называют первой разорительницей кумирским требищем. И в это же время, видимо, в Киеве появляются предшественники православных дальнейших людей Руси, а именно предполагается, что и в дружине князя Игоря были христиане-варяги, и мы вот вспоминаем о том, что они, когда подписывался договор между Русью и Византией, то они отдельно давали клятву от язычников, которые были тоже в числе варяжской дружины. 955 год, ну или в некоторых документах предполагается 957 год, когда Ольга совершила крещение, над Ольгой было совершено крещение патриархом Феофилактом, и вот тогда уже окончательно на Русь пришло первое христианское имя. А уже не княгиня Ольга прибыла на Русь, а раба Божья Елена, в русской огласовке Олена тогда не могли произносить Е начальное, ну а затем уже перешло на великой русской почве Валену это имя. Так наполняется новыми именами наш русский народ. Ну и в это же время и другие народы, варяги, варяжские мученики первые, вы знаете о том, что первыми киевскими мучениками были варяги Феодор и Иоанн, которые были убиты в Киеве 12 июля 1978 года. И вот это событие, оно всколыхнуло Русь. Казалось бы, там описывается подробно в повести временных лет. Я вообще советую каждому держать недалеко от себя повесть временных лет и почитывать время от времени. Там все и написано, вся наша древняя правда, все, весь рассказ о Древней Руси. Не те фантазии, которые сейчас любят распространять некоторые люди, а вот именно то, что происходило в те древние времена. И вот гибель этих язычников, вероятно, повлияла и на князя Владимира. Невозможно было не понять, что люди столько стоят за свою веру, гибель этих варягов, Федора и Иоанна, очень сильно оказала воздействие на весь княжеский двор, и, видимо, и Владимир задумался о том, не надо ли ему обратиться к этой вере, за которой столь стойко стояли эти два человека. И вот тогда же вместе с ними пришли и имена Федор, переделанный немножко от Феодор на русский лад, и Иван с русской вставкой «в», так удобнее звучащее для русского человека. И возникла вот даже такая пара: Иоанн для храма, а Иван для бытового использования. Далее начинается у нас места для нашей культуры важные, это Херсонес. Мы знаем о том, о крещении Владимира, мы знаем о том, как это происходило. Правда, другие документы, которые имеются современных исследователей, несколько уточняют, и здесь это нормальное расхождение. То есть мы не должны отрицать житийную литературу, которая рассказывает о прошлом и о жизни святого. Но и мы должны понимать, что есть какие-то моменты, которые могут слегка уточнять те или иные аспекты. И вот Херсонес, замечательный город в Крыму. Раньше, когда я рассказывал о
пребывании святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на нашей земле, я говорил, что это вот они бывали на Нижней Волге в наших краях и в другой стране, на Украине, в Херсонесе. Ну, теперь вот мы можем говорить, что есть две точки на карте России, которые связаны с именами Кирилла и Мефодия. Это Севастополь, Херсонес и наша Нижняя Волга. И вот здесь, в Херсонесе, или же в Киеве, как говорят некоторые исследователи, и появилось у князя Владимира новое имя, имя Василий, данное в честь византийского императора Василия II, но, видимо, не только в честь него, но еще с углублением в этимологическую семантику имени Василий царственный, то есть царский, поэтому вот его факт именования именно таким именем был связан с его предназначением и с его реальной жизнью. Первое действие, которое совершил новокрещенный Василий, он же Владимир, это ниспровержение идолов. Мы помним, как это происходило, как они плыли по Днепру, как Владимир заставлял отталкивать их от берега, чтобы они не пристали, пока не доплывут аж до порогов, до нынешнего Запорожья. И эти идолы были, в конце концов, посрамлены позже и в Новгороде. И вот тут у нас часто наши друзья, иногда в кавычках, иногда и в прямом смысле друзья, начинают говорить о том, что на Руси православие насаждалось огнем и мечом. Наверное, начитались западной литературы, наверное, насмотрелись фильмов на западную тематику, и поэтому вот пытаются это увидеть. Читайте «Повесть временных лет», но нет ни огня, ни меча в этих древних документах. Все рассказывается наоборот, о том, как очень легко вошло православие в русскую жизнь. Что-то полностью оно соответствовало тому духу, который до этого, той жизни, тем представлениям, нравственным ценностям, которые были у русских людей. И вот эти вот все кумиры, которые пришли с разных сторон. Перун пришел, видимо, от балтов. Хорс, как я уже сказал, пришел откуда-то с юга. Они как были все-таки искусственные и не очень нужны. И поэтому русская душа искала православие. И она нашла и быстро восприняла. Ну, хотя бы вспомним подвиг Бориса и Глеба. Ведь это молодые, новокрещенные люди, они совершали подвиг так, как будто бы уже в этой стране православие исповедовалось много веков. Так как первомученики приняли смертную кончину за веру. Поэтому вот произошло быстрое, легкое и доброжелательное восприятие православия на земле русской. И вот есть стихотворение Алексея Константиновича Толстого о том, о Владимире. «И на берег взошел душой возрожден Владимир для новой державы, и в Русь милосердие внес он закон. Дела стародавних далеких времен, предание невянущей славы». 988 год изменил все. Легко было воспринято православие, но при этом изменилась жизнь в корне. Новые совершенно произошли события. И события прежде всего затронули именной наш состав. Люди стали по-иному величать друг друга. Вспомним немножко о том, какие были прежние имена у наших предков. Ну, это и числовые были имена, до сих пор они представлены в фамилии Третьяк, Шестак, Шестаков, там, Четверухин, Девятов даже. Это были по внешним признакам, там, Беляк, Блондин, да, или Черныш, Чернышов отсюда, или Черников, допустим, да, то есть с темными волосами. Вот. Ну и многие другие обстоятельства, которые окружали местную жизнь. У бояр и высшего класса часто были двусоставные имена. Честно говоря, не очень доказательно, что только у бояр. Может быть, и у простых людей были. Но поскольку в летописях встречаются боярские имена, поэтому мы как-то к ним больше связываем. Мы знаем вот и имена детей Владимира, только один из них носил односоставное имя «Позвист».
а все остальные были двусоставные. Вот кроме Бориса и Глеба, эти загадочные имена, но об этом можно прочитать целую лекцию. Как, кстати, и о самом имени Владимир. Сейчас не будем останавливаться. Астромир, помните, Астромирова Евангелия, наш первый памятник, он тоже посадник. Кстати, был, по-моему, женат на дочери Владимира. И вот тоже имел двусоставные имена. И вот эти имена, они обладали той возможностью, что ее, они легко делились на две части. Вот, допустим, Людмила, Люда, Мила, там, или какой-нибудь там Владислав, Владя, Слава и так далее. То есть их уже в древности люди из них образовывали короткие имена. И вот эта вот тенденция сокращения имени, она вообще-то мировая. Все народы мира в той или иной степени сокращают имя для обращения, для удобства употребления, для семейного пользования. Ну вот на Руси она и проникла из этих вот двусоставных имен, а потом, когда к нам пришли новые имена, эта тенденция стала осуществляться. И у нас стали тоже делиться имена Дмитрий, Дима, Митя. Ну и там, примеров, здесь целый зал сидит, как можно из каждого имени сделать короткое имя. Вот. Кстати, вот Владимир ведь никогда не назывался Владимиром. Это он только в наших летописях обрел такую форму церковнославянскую. Он был Володимир. Отсюда у нас Володя сейчас, а не Владя, как должно было быть, если от этого... И вот новое... Чем же отличалось новое имя-то? Почему оно так было важно? Потому что появляется небесный защитник у человека. Если у древнего языческого имени этого не было. Древнее языческое имя, может быть, когда-то как-то и пытались связать, там, допустим, береза, если именовали, предполагали, что будет как-то покровитель, дерево будет помогать, там, или если какой-нибудь там волк, звали человека, это тоже, может быть, думали, но вряд ли. Скорее всего, это было чисто знаком природы. То теперь у каждого человека крещенного появляется защитник на небе. И вскоре и сам Владимир, кстати, стал тем же защитником для русских людей. И имя Владимир вошло в святцы тоже для русских людей, как славянское имя. У нас изменилось все, и начинается, я пропускаю там некоторые моменты, и начинается, ну, фактически новая, полная новых нравственных ценностей жизнь. Не только нравственные, эстетические ценности тоже. Видимо, все-таки эстетические ценности были близки, потому что вот уже, как Владыка говорил о том, как приняли наши, почему восприняли так греческую веру, греко-российская церковь, долго она называлась, ведь наша, нравилось русским, что вот это вот, не знаем, где мы были, на небе или на земле, говорили послы из Византии, да? Вот это красота храма, красота облачения священника, красота икон, красота фресок, эти клубы дыма, которые создают состояние небесного ощущения. Оно все было близко русскому человеку, и поэтому вот так была воспринята эстетическая часть нашего православия. Но в это же время и изменились русские города, появились главные здания, храмы появились в русских городах, украшения русских городов, новая архитектура, появились школы, не новые, а вообще появились школы. Школа только с православием начинает создаваться, библиотека только с православием. Еще великая благоверная княгиня Ольга привезла с собой 40 книг из Византии, а может быть даже больше, ну, предположительно. Вот. Ну и затем появляются библиотеки при храмах. Изменился язык, появился новый язык у русских людей. Причем он изменился не только богослужебный язык, церковнославянский язык, в то время он очень близок был. Сейчас нам что-то непонятное, в те времена русский церковнославянский, ну, были на в таком же состоянии, может, близости, как сейчас какой-нибудь там Архангелогородский говор и какой-нибудь Волгоградский, допустим, то есть на уровне разных диалектов. Но тем не менее, это церковнославянский начинает проникать
русский язык, и в конце концов, на сегодняшний день, мы на 50% говорим по-церковнославянски. Не замечали этого, потому что для нас церковнославянский, мы считаем, некоторые считают, только в храме, только непонятно, что да нет. И поэтому там и вопрос перевода, допустим, на русские богослужения, ну а как, он русский, практически церковнославянский, особенно высокий русский, не бытовой наш, не разговорный, а высокий. Ну, изменилась, конечно, прежде всего нравственность. И вот Владимир, много написано о том, каким он был. В «Повесть временных лет» снова я вас обращаю. Смотрите, читайте, помните о его не слишком нравственной жизни до того, как он принял веру. Впрочем, как и его бабка, как и Ольга. И вот они постепенно начинают искать пути для того, чтобы жить правильно. И Владимир становится человеком, который, ну, как бы мгновенно, как по щелчку, что ли, получилось его изменение внутренней его составляющей. Он начинает искать, вместе с Владимиром появляется на Руси благотворительность. Это вот понятие, я думаю, любой фонд благотворительный должен был помнить, что это от Ольги и Владимира идет это понятие. Они первые принесли на Русь благотворительность. И после этого он искал, ходил по Киеву, искал бедных людей, вдовиц, чтобы помочь им, чтобы дать им каких-нибудь добрых денег, дать им питание и так далее. Итак, имя, смена имени оказалась сменой всего на Руси. И вот поэтому отмена, искоренение прежнего образа жизни, жестокого довольно, может быть, но при этом и в чем-то мы, оно ищущего нового пути, и поэтому мы величаем нашего равноапостольного князя Владимира и говорим, что мы чтим святую память твою, идолы поправшего, и всю российскую землю святым крещением просветившего. Спасибо, Господи. Спасибо, Иванович. Большое вам спасибо за интересный доклад. Особенно, что касается имен. Казалось, изменили имя и поменялась цивилизация, поменялась нравственность. Но, видимо, это глубокие смысловые корни. Сегодня у Василия Ивановича будет интересная секция православия, филологии или православная филология. И будут весьма интересные доклады, которые связаны с проблемой ономастики, проблемой этимологии и вообще постижение нашего слова. Слово имеет особую глубину, чьи днем мы разговариваем с вами о своем мире. Большое спасибо вам.